В Тверской области определены победители ежегодного конкурса профессионального мастерства «Грани» среди региональных журналистов по итогам 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией церемония объявления результатов прошла в режиме онлайн-трансляции. Заслуженные награды получили 34 журналиста Верхневолжья. В оргкомитет было подано несколько сотен работ, представляющих печатные издания, телерадиоканалы, интернет-порталы региона. Высшую награду конкурса в профессиональной номинации «Репортаж» получил корреспондент нашего телеканала Роман Быков. На конкурс он предоставил материал о том, как будут жить и учиться воспитанники Суворовского училища в 2021 году. Как рассказывает Роман, победа в конкурсе – это не только его заслуга, но и работа всей большой команды медиахолдинга «Тверской проспект». Вот, ну и, конечно, хочется отметить, что телевидение награждают вроде журналисты, на самом деле это работа коллективная. Ну, начиная даже с того, что водитель должен тебя отвезти. То есть оператор должен снять, монтажер сделать и так далее. Поэтому это, конечно же, заслуга всего нашего телеканала, нашего медиахолдинга. Потому что только вместе создается репортаж. Репортаж не создает кто-то один. Поэтому, конечно же, спасибо и коллегам. Это заслуга всего нашего медиахолдинга, всей нашей телекомпании.